Урок жонглирования булыжниками. Для как вас зовут? Откуда вы? Петербург. Из Петербурга, проверьте. Упс. Настоящие? Да. Все как надо? Да. 12 апреля 2014 год. День космонавтики. Санкт-Петербург. Проживает на опушке очень добрая ежиха. Лучше нет ее хозяйки, поварихи и портнихи. Как-то раз она решила, помогу друзьям немножко, занавески зайцем шила, мишки просто не в берлогу, белки рыженькой подружки, знакомой тете пчелки шила мягкие подушки и платочки два из шелка. Да волк в лесу случайно зацепил карман сучком, и угрюмый и печальный заглянул к ежихе в дом. И без лишних разговоров помогла ежиха горе. Теперь с карманом новым волк гуляет снова в поле. Вам понравилось? Да. Вот скажите, пожалуйста, вот сегодня у нас день космонавтики. То есть люди скоро уже полетят в космос к далеким планетам, встретят там вот таких вот замечательных зеленых человечков. И вот как вы считаете, вот этот вот номер, он поможет установлению взаимоуважительных, добрососедских отношений между нами и вот представителями внеземных цивилизаций? Чуть-чуть вот сюда говорите. Смотря с какой точки зрения посмотреть. Я думаю, при условии того, чтобы устанавливать контакт с каким-нибудь океаном планетарных масштабов. А, то есть вы образованный человек в этом плане, читали Солярис? Да. Угу, хорошо, да. Приятно. Возможно, что-нибудь получится. То есть если гуманоиды будут аморфные, то есть вот примерно как мы, они нас поймут? Ну, мне кажется, если они будут думать примерно так же, как и мы, то номер, несомненно, поможет установлению контакта. Вам понравилось. Смотрите, еще у нас сегодня такая акция. Вы можете поддержать отечественное космокораблестроение, то есть вот сделать взнос для того, чтобы как можно быстрее мы полетели к звездам. Вот, сколько угодно, сколько вот возможно. У меня такая мелочь, извините. Ну, мелочь тоже подойдет, если есть желание поддержать, и чтобы как можно быстрее мы полетели к межзвездным просторам, к новым цивилизациям. Девушка, вот просто душа радуется над тем, вот, что вот сделали сейчас. Поэтому веселые петроградские булыжники Аркадий, Геннадий и Володя вот хотят подарить вам на память уникальный сувенир. В честь вот того, что вы так откликнулись, они вот дарят вам вот эту вот замечательную, счастливую монетку на память. От кого хотите, от Аркадия или Геннадия? Это Аркадий, это Геннадий. От Аркадия. То есть вот Аркадий вам от всего сердца дарит вот эту вот счастливую монетку и надеется, что она принесет вам удачу. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Вам спасибо за то, что поддержали отечественное космостроение. Всего доброго.